студентам, преподавателям, коллегам, друзьям, с которыми меня на факультете журналистики связывает много лет совместной работы, мне бы хотелось пожелать войти в новое десятилетие этого века оптимистичными, настроенными на изменения, перемены, и пожелать всем нам, чтобы у нас сохранилось то хорошее, что принес нам 20-й и уже 21-й век. Всех с Новым годом, здоровья, семейного счастья, человеческих радостей, творческих успехов. Я хотел бы поздравить с Новым годом наших преподавателей, профессоров, всех тех, кто учит студентов. Хотел бы поздравить студентов, ну и хотел бы также поздравить тех, кто хочет к нам поступить в Новом году. Потому что, в конце концов, эти молодые нам необходимы для того, чтобы журналистика развивалась и дальше, чтобы у нас были хорошие студенты. А хорошие студенты становятся отличными журналистами. Я поздравляю всех с новым 2010 годом и скажу честно, чего мы хотим, преподаватели, с каждым Новым годом для наших студентов. Мы всегда хотим, чтобы вы стали хотя бы на год, хотя бы вот чуть-чуть взрослее, чтобы вы стали более серьезными, более ответственными и более внимательно относились к вашему главному делу, к необходимости учиться и учиться. Всем вам хорошего, счастья и успехов. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с новым 2010 годом. Желаю вам счастья, благополучия в ваших семьях. Пусть в новом году сбудутся все ваши самые лучшие мечты. В течение года вы нас не видите. Вы видите то, что мы делаем. Но год кончается не учебный, астрономический. И мы решили показаться для того, чтобы сказать вам с Новым годом. Дорогие студенты, дорогие друзья, дорогие коллеги, преподаватели, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Надеюсь, что все старое, все плохое останется в старом году, а в новом году будет только лучше, сбудутся все надежды, а сессия пройдет на отлично. Поздравляю с Новым годом и Рождеством. С наступающим Новым годом. Поздравляю весь факультет. Хотелось бы, чтобы в новом году у нас было побольше денег и побольше, чтобы были зарплаты. Дорогие студенты, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, среди прочих подарков, удачной сдачи сессии. И помните, главное, скоро лето, эту зиму надо потерпеть, подождать. Скоро будет тепло, хорошо, поедете отдыхать. С наступающим Новым годом. Дорогие коллеги и друзья, год, конечно, был непростой, кризисный, уже все уши прожужжали, как нам, бедным журналистам, тяжело и плохо. Будет, конечно, наверное, тоже непросто, но журналисты – народ такой, который всегда знает, как выйти из сложной ситуации, поэтому всем нам я желаю оптимизма. С Новым годом!